Сегодня свой профессиональный праздник отмечают сотрудники органов внутренних дел. Чувашские полицейские принимали поздравления в Театре оперы и балета. Судя по последним опросам, жители Чувашии считают, что полицейские стали работать лучше. Статистика показывает, что после проведенной реформы МВД в регионе повысилась раскрываемость преступлений. Только в этом году заведено 7500 дел и раскрыто более 5000. Завершено расследование всех особо тяжких преступлений. На помощь полицейским приходит и система «Безопасный город». В Чувашии в местах с массовым пребыванием людей уже установлено более 10000 видеокамер. Михаил Игнатьев отметил, что в республике сохраняется тотальный контроль над криминальной ситуацией. С удовлетворением могу отметить, что сегодня у нас налажено тесное, эффективное межведомственное взаимодействие органов государственной власти, органов местного самоуправления с Министерством внутренних дел Российской Федерации. По итогам работы за 9 месяцев текущего года оперативно-служебная деятельность Министерства внутренних дел по Чувашской Республике оценивалась выше среднероссийского уровня. Есть соответствующая статистика. Среди территориальных органов МВД России, МВД по Чувашской Республике занимало 13 место по стране в целом. С чем я вас и поздравляю. Задачи на ближайшее время остаются те же. Это борьба с преступностью, борьба с коррупцией и обеспечение общественного порядка на улицах, в общественных местах наших городов, сел, населенных пунктов. Мы продолжаем в меньшем количестве выполнять те же свои служебные задачи. Также раскрывать преступления. Показатели не снижаем. Это говорит прежде всего, наверное, о качестве подготовки наших сотрудников. Лучших сотрудников службы на торжественном вечере поощрили дипломами и благодарственными письмами. Большими помощниками в ведомстве называют журналистов. За объективное освещение деятельности полиции вручили награды и коллективу национальной телерадиокомпании.